Так, хорошо. Присаживайтесь. Меня зовут Марк С. Я Хелли Р. Меня зовут Ирвинг Б. Меня зовут Дилан Г. И я по своему собственному желанию согласилась пройти процедуру разделения. Супер. Согласен, чтобы корпорация Люман, а это хорошая корпорация, отделила воспоминания о работе от личной жизни. Я признаю, что после данной процедуры мне будут недоступны личные воспоминания. Пока я нахожусь на разделенном этаже. И наоборот, рабочие воспоминания будут недоступны по возвращению домой. Я осознаю, что данная операция окончательна и необратима. Это заявление добровольно. Ну, вот и все. А вам как оставить? Подумай.